Есть еще четыре пункта, которые я хотел бы осветить сейчас. Первый. Number one. In order to be a true big business, you must have an advantage over all the other businesses. Чтобы стать по-настоящему великой компанией, у вас должно быть конкурентное преимущество, чтобы обогнать всех вокруг, всех конкурентов. And because the product is software and it's on the internet, и поскольку это продукт программный, то есть онлайн-сервис и в интернете, everybody in TalkFusion has now a global business, not just here in Russia. И каждый партнер компании, по сути, имеет глобальный бизнес. Не только маленький бизнес в России, глобальный. I actually still know other companies that are trying to get into Russia. Я знаю многие компании, которые все пытаются прийти в Россию. But many of you know, it's not the easiest thing to bring products into Russia. Но, как вы, возможно, знаете, очень много препятствий для тех компаний, которые пытаются свою продукцию внедрить в Россию. But Bob Reyna is brilliant. He's already in there with TalkFusion. И Боб Райан просто гений. То есть продукты TalkFusion уже в России. Позволяет сделать. Вы можете делать большее количество работы за меньшее время, с меньшими усилиями. The easiest example I like to give is when you have a flat tire in your car. Самый простой пример. Когда колесо в машине прокудилось, что вы делаете? Берете домкрат и начинаете накачивать. Машина поднимается. It's called домкрат, right? Домкрат. Yeah. You know, in Sweden, I asked, what do you use to change the tire? Sweden? In Sweden. В Швеции я спрашиваю, как называется вот эта штука, которой вы машину поднимаете? And a woman raised her hand. И женщина подняла руку. And she said, husband. Она сказала, муж. Leverage. Приумножение усилий. TalkFusion gives you maximum leverage. И TalkFusion фактически дает вам самый огромный рычаг в мире, какой только существует. I have people in my group in Sweden, in Poland, in Germany, in Mexico, in Israel, in UK, in New Zealand now talking about TalkFusion, and it's my business as well. То есть представьте, я уже на данный момент имею партнеров в Новой Зеландии, в Британии, в Швеции, в Польше, в разных других странах. And I didn't even have to go to those countries because number three is expandable. И мне даже не нужно ездить в эти страны. Почему? Потому что есть третий пункт расширение, возможность расширения бизнеса. So I was able to expand my TalkFusion business because it's internet business.